это был обычный день на работе. Будильник не сработал, но это все равно был отличный день. Я шел на работу, я должен был снять 4 сюжета, 3 «Проснись и пой» и обзор к завтрашнему дню. Я был уверен в своих силах, я вошел в редакцию, сказал привет. Сказал привет громче. Это была Аня. Анна Троегубова. Кино не приглашать. Все фильмы Аня знает наизусть. Она у нас киноэксперт. В курсе всех сплетен. Разгоняется до 300 слов в минуту. Будьте аккуратны, может пересечь две сплошные. Эта блондинка умеет видеть затылком, поэтому за ее спиной шептаться нет смысла, вычислить сразу. Соревнования по... Видите? Я спросил, где журнал съемок? Аня рассказала, кто с кем встречается, кто с кем в ссоре, кто опоздал, кто где отдыхает в отпуске. Я не слушал. Я спросил, где наш журнал? Она обиделась. Неважно. Я заглянул в журнал. Кто-то забрал моего водителя. Кто посмел? Это была Яна. Яна Махнач. Испробовала все профессии, от доярки до кондуктора, что и расширило ее словарный запас. Именем сантехнического братства посвящаю тебя в подаваны фаянсового братства. Купалась в проруби. Опускайся смелее. Вода вокруг этой брюнетки кипела. Ставит на место. Всех ставит на место. Ее побаиваются даже самые влиятельные лица края. Лично я бы с ней спорить не стал. Страшно. Я не стал возмущаться. Пусть забирает водителей хоть каждый день. Рассказал план съемок оператору. Он сказал, что у него сломалась камера. Я был спокоен. В редакции был Слава. Слава Громов, самый ответственный член команды. Слава у мамы инженер, чинит даже исправные вещи. Может собрать и разобрать Волгу, а из тех запчастей, которые останутся, смастерить еще одну. Сломанную камеру он починил. Теперь она могла снимать без оператора, также сама могла отвезти на съемки и перемещать во времени. Я обрадовался. Начал собираться. Наташа попросила снять еще один сюжет о поющих детях, которые занимаются спортом и готовят торт в подарок. Наталья Винокурова. Шеф, босс, начальник, директор. Ее слушается даже Яна Махнач. Круглые сутки делает из нас людей, а из людей корреспондентов. Знает о нас все, читает мысли так же умело, как новости на Первом краевом. Она мой начальник, не могу отказать. Сказал, конечно, поехали на съемки, но вдруг... Дима, Дима, подожди. Это была Даша. Дарья Кобылянская. Красотка из Емельянова. Правая рука босса. Если вы о ней не слышали, это не значит, что у нее нет номера вашего телефона. Самая сладкая девушка редакции. Ну, в смысле, Даша снимала кондитерское шоу. Кроме съемок 3 сюжетов, 4 «Проснись и пой», обзора и «Детей спортсменов», она попросила забрать билеты из кино для завтрашнего розыгрыша. Оператор сказал, что у нас сломалась камера. Это была не та отговорка. Я сказал «Окей, мы поехали». Я понял, что это был мой день. Я работал, работал, работал. Я ни капли не устал. Зашел в редакцию, сказал «Привет». Привет! Это была Аня. Я ушел от разговора. Я начал отписывать сюжеты, начал писать подводки для ведущих, но вспомнил, завтра Габриэль и Настя. Настасья Поползина. Достоинство. Красивая и эрудированная. Умеет смеяться беззвучно. Вот даже если посмотреть, когда... Недостатки. Габриэль Арма. По крайней мере, так считают ее почитатели. Завидуют. Габриэль Арма. Самый харизматичный и популярный утренний ведущий. Известные цитаты. Мы же знаем, что наука доказала, что если включить определенные жанры музыки, то вода кристаллизуется совершенно по-разному. Или Сережа и Марина. Марина Вишневская и Сергей Даниленко. Идеальная пара, самые авторитетные ведущие. С утром на Енисее с самого начала. Марина может взять 77 октав и за грудки, если не будешь отвечать на вопросы. Сережа поддержит и обольстит как следует. Смотрит программу на Енисей и, конечно, хочет поделиться своими информацией о том, что ждет вас на нашем телеканале. Написал подводки для тех и для других. Отдал сюжет режиссеру. Он не торопился. Я остался один вместе с Наташей. Я спросил, где все? Она сказала, сегодня же суббота. Сегодня же суббота! У меня выходной в субботу, и завтра нет эфира. Это был обычный день на работе.